Всем привет, с вами Евгений, mobiltelephone.ru и обзор стильного доступного смартфона Galaxy Dream. Целью марки Galaxy, как она сама говорит, является выпуск недорогих, но надежных и технологически продвинутых устройств для ежедневных задач, развлечений и досуга. Бренд был основан в 2011 году китайской компанией Shenzhen Chengrun Communications Device с ориентацией на страны СНГ. Основные рынки сбыта – это Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Давайте разберемся, может ли модель Galaxy Dream претендовать на звание оптимальной покупки в условиях экономического кризиса. Телефон продается в картонной коробке, выполненной под крашеное дерево. В ней лежит зарядное устройство 1 А, аккумулятор 1800 мАч, кабель microUSB, гарнитура, документация, руководство гарантийник и чехол-книжка. Защитная пленка нанесена на дисплей непосредственно на заводе. Чехол под кожу с жесткой пластиковой основой, выполнен весьма качественно, и телефон лежит в нем как влитой. Язычок с магнитом удерживает флип от случайных открытий. Кейс защищает все стороны телефона, кроме верхнего и нижнего торцов, поэтому защита хоть обеспечивается, но не стопроцентная, имейте это в виду. Все необходимые отверстия под динамики, камеру, клавиши предусмотрены. И обратите внимание на переднюю и нижнюю часть. Рядом с названием марки красуется старый логотип в виде то ли кляксы, то ли ушек. Увы, на самом телефоне его нет, хотя аккуратное графическое оформление лого было бы уместно где-нибудь на лицевой стороне наверху или на крышке сзади. Телефон хоть и бюджетный, но все-таки стильный. Спереди, конечно, смотрится невзрачно, но торцы под металл, материалом служит пластик и металлическое обрамление камеры добавляют шарма. Рифленая крышка прорезинена, приятна на ощупь и практична. Расположение элементов стандартно. Над экраном находится динамик, фронтальная камера с разрешением 2 мегапикселя, датчики освещения и расстояния, под экраном 3 сенсорные клавиши, без подсветки, их наличие обозначено иконками. Слева качелька громкости, справа кнопка питания, наверху аудиоразъем microUSB, внизу микрофончик, сзади камера 8 мегапикселей, вспышка, название бренда, мультимедийный динамик, он не очень громкий. Под крышкой скрывается аккумулятор емкостью 1800 мАч, он съемный, два слота SIM, мини и микро и карта памяти microSD. Дисплей Galaxy Dream не может похвастаться гигантским разрешением или огромной диагональю, но он вполне годится для ежедневного использования. Картинку он выдает приятную, цветовая инверсия под наклонами приемлема, диагональ 4,7 дюйма достаточно для всех задач, а разрешение 960 на 540 точек выдает неплохую плотность пикселей на дюйм 234 ppi. Хотя 1280 на 720 точек, где 312 ppi на такой же диагонали, было бы лучше. Но это неизбежно негативно отразилось бы на скорости и времени работы. А нам это не надо. Размеры 140 на 68 на 8,5 мм для устройства с диагональю 4,7 дюйма большеваты. Слева LG G3 5,5 дюймов, справа Lenovo Vibe X2 5 дюймов. Как видите, рамки и отступы сверху снизу могли бы быть поменьше. Зато Dream хорошо лежит в руке и легкий. Всего 123 грамма. Программная основа Galaxy Dream наверняка смутит продвинутых пользователей, для которых обновления и кастомы – это самое главное в смартфоне. Аппарат базируется на Android 4.2.2 Jelly Bean, в нем нет сервиса апдейтов по воздуху, а на официальном сайте красуется лишь одна прошивка, которую надо ставить ручками по инструкции, и то стоковая. Однако из коробки идет root, и производитель обещает выпустить апдейт до свежей версии Android. А вообще, если отмести все предрассудки, то на своей не новой Android 4.2.2 модель Dream ведет себя вполне адекватно, предлагая все необходимое, а также открыто для экспериментов с лончерами и оформлением. В настройках можно открыть раздел дополнительных параметров. Вот он. Открывается он так. Заходим в информацию об устройстве и жмем на номер сборки несколько раз. В дополнительных параметрах мы можем активировать включение дисплея из режима блокировки с помощью клавиш громкости. Можем убрать прозрачность у строки состояния, по умолчанию прозрачная. И можем посмотреть права суперпользователя. Root, напомню, идет из коробки. Из других пунктов можно упомянуть управление SIM, две SIM-карты, выбираем по умолчанию. И раздел память.
Здесь карточка microSD может выбираться в качестве места для установки приложений. Эта фича работает. Недостатков в предустановленных приложениях нет. Как видите, много всего. Я здесь установил Asphalt 8, CPU Spy, Dead Trigger 2, Epic Citadel, GameBench, Geekbench 3, GFX Bench, это бенчмарки все. GSMB 3 я установил, GTA San Andreas мое. Multitouch установил, проверил, 5 нажатий, кстати. Root Checker установил, MX Player установил, Stability Test тоже мой. И вроде бы все. Остальное это стоковый софт. Интерфейс камеры, слева режимы, справа наверху переключение на фронтальную камеру, вспышка, можно перейти в галерею, сделать фото, поставить на запись видео, настройки. В телефоне применяются 8-мегапиксельная и 2-мегапиксельная камеры. Как мы знаем, разрешение не является определяющим параметром качества, поэтому судить о нем можно лишь по реальным результатам. И я сделал несколько примеров, которых достаточно для того, чтобы сказать, что Dream снимает удовлетворительно. И скорее всего с интерполяцией с 5 мегапикселей. Получившийся снимок можно рассматривать на экране смартфона, им даже можно поделиться в социальной сети, но разглядывать на мониторе или распечатывать – вряд ли. В реальные 2 мегапикселя у фронтальной камеры я тоже не верю. Максимальное разрешение видео составляет 1080p. Но видно, что оно тоже получается путем интерполяции, то есть растягивания. Аппаратная основа оставит любителей циферок холодными. Все-таки 4-ядерный 1,3-гигагерцовый чипсет MediaTek MT6582 в связке с графикой Mali 400MP и 1 гигабайтом оперативной памяти – это не то железо, с которым можно получать впечатляющие показатели в бенчмарках. Однако на практике все не так уж и плохо. Во-первых, и в главных, интерфейсы приложения работают весьма шустро. Во-вторых, производительность в простых играх не вызывает нареканий, а при желании можно даже в GTA San Andreas, Dead Trigger 2 и Asphalt 8 поиграть, причем с высокой графикой. Показатели в бенчмарках: Antutu версия 5.6.1 – 20843, Geekbench 3 – 349 – 1195, 3D Mark Extreme – 2057, GeForce Bench – T-Rex для разрешения QHD, то есть реального разрешения телефона – 8.7 FPS, для разрешения Full HD – 3.8 FPS, Basemark OS 2 – 258 общий результат, Epic Citadel – High – 47.7 FPS. Емкость батареи составляет 1800 мАч. На практике телефон может продержаться 1-2 дня при примерно 3-4 часах экрана, если, конечно, вы не будете злоупотреблять яркостью и тяжелыми задачами. В тесте на непрерывном воспроизведении видео с максимальной яркостью экрана Galaxy Dream проработал почти 3,5 часа, а разряд в игре GTA San Andreas за полчаса при комфортном значении яркости составил 18%. То есть, если играть не переставая, то телефон выдержит почти 3 часа. Сильными сторонами героя обзора является легкий корпус с приятными материалами, неплохой экран и достойная производительность. Слабыми местами оказались пока все еще отсутствующие обновления и обычная батарея. Камеру, звук, предустановленные приложения не похвалить, не покритиковать особо не за что. Все-таки перед нами бюджетник, а не флагман, и ожидания изначально не должны быть завышенными. Текущая официальная цена Galaxy Dream в фирменном интернет-магазине составляет 8199 рублей. Если учитывать резкий рост цен из-за скачка валют, а это практически в 2 раза, то Dream все еще остается бюджетным решением. Однако небольшой поиск по Яндекс.Маркету показал, что приобрести данный смартфон вполне реально и по цене в 6-7 тысяч рублей. И за эту сумму покупка точно так же вполне можно назвать удачной и даже антикризисной. В этом случае считаю оправданным соотношение цена-качество. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, mobiltelefon.ru. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и до свидания.